он открыл свое лицо. И вы там делаете почти все. Уход. Отшиб. Это движение скользящее. Это блокирующее. Блокирующее приводит вам к травму. У вас должно быть скользящее движение. Раз. По отношению к атаке. Раз. Вот все, он меня здесь блокирует. Сюда я не могу идти. После этого вот это направление, мое направление, куда-то перенаправляется. Вот. И вот эта точка у вас, она выходит в слияние. Что значит слияние? Это вот это движение. Раз. Вам нужно придержать, напугать, ударить, чтобы зайти туда. Раз. И здесь уже. Эта точка так и осталась. Понимаете, вот это вот, которое маячит перед глазами. Раз. Здесь точку. Раз. Уже заблокирован локоть, и полет идет высокий. Поэтому здесь вы можете сейчас это упражнение. Раз. Два. Движение. И идет. И потом уже. Вот это видно, что я контролирую. Если я буду делать вот так вот, у него шанс, чтобы в меня попасть или еще что-то. Второй момент, вы атакуете также живот. Хай. Теперь защита головы. Видно? Теперь здесь нельзя стоять. Защита головы. Защита головы. Руку захвати тут. Сюда. Здесь шанс. И вот ваше положение, что вы на своего партнера что-то тяжелое положили. Ушел с ним. И атаковал поперек его движения. Мяч, если вы... Успеваясь под себя, то больно. Вот локоть, видно? Вторая рука. Дай. Вот так вот возьми. Здесь. Взял. Рука выпрямленная. Сел. Полукасательный. Через бедра. Не через спину. Потому что если вы начнете его бросать, а потом будете его беречь, ему в воздухе удержаться не за что. Поэтому должна быть амплитуда. Раз. Два. Вот здесь. Локтевой сгиб, пожалуйста, не вставайте вот так. В чем опасность? Вы сейчас начнете на грудь. Во-первых, центр плавающий. Во-вторых, масса вашего партнера будет на какой-то одной коленке. А эта коленка будет вот так вот трястись, и не дай бог еще и сложится куда-нибудь туда. Поэтому ноги вместе и бедра. Вот вы его подняли. После того, как подняли, можете помочь руками. Видно, что он держится. Вот за эту страховку он и держится, я его поддерживаю. Можете себя еще даже взять. Но важно, вот плоскость, вот захват, ваш бросок идет вот сюда. Здесь захват, ваш бросок идет сюда. Thank you.